Хайо, гайз, с вами Штримки, мы продолжаем проходить игру под названием Shallow Knight за синего рыцаря. Короче, у нас появился оружейная деревня. Появился какой-то челик, какой-то, который там ходит, но я не знаю, что это за челик, поэтому я лучше схожу сначала в деревню. Наши разведчики видели твои прибытия, и мы знаем о твоей миссии. Это оружейная деревня. Здесь, глубоко на вражеской территории, упокоились храбрецы. Тут опасно. Раздобыть броню. Да ладно. Несу овец домой. Наверняка домашние уже приголодались. Как думаешь, кобылица вроде меня и парень вроде тебя могли бы... Хотя... Забудь. Крестьянин. Тратить деньги или копить? Не слишком ли велик риск потерять все? Не совесть дома, наверняка домаш. Тихо, чувак. Это лопата, а куда подевался твой меч, рыцарь? После того, как я устроил... Устраню босса, возвращайся за всем, что пропустил. По пути так намного проще. Алчный рыцарь получил по заслугам. Твой покорный слуга к твоим услугам. Благодарю от сердца и почек. Я уже говорил кулинару, что он мне зона моей доставки. Он меня послушал? Какой там? Мне так паршиво, плохое настроение. Вот бы кто-нибудь меня развеселил. Ладно, попробую. Почему за катапультой никто не присматривает? Оператор вылетел на вызов. Ясно, ему не понравилось. Я всегда полные запасы, прежде чем отправляться в приключение, помогает не терять золото на поле боя. Я в натуре, я не вижу своих вообще предметов, которых я собираю. Не так паршиво. Ты знаешь, почему блюдо кулинара ценится на вес золота? Он использует не сливки, а слитки. Ничего себе, ты уже установил какой-то из орденов без пощады. Как тебе удалось победить призрачного рыцаря? В смысле? Я призрачного рыцаря убил без получения урона? Лол. Оружейник всегда разрешает обменять купленные тобой доспехи на другое. О, я могу обменивать. Почему полярный волк не воет на луну? Берегут гланды. Зачем алчный рыцарь ходит к психологу? У него глубинные проблемы. Не нравятся шутки ему. Не так паршиво. Что подают на завтрак на дирижабле? Улетную яичницу. О! Как поживаешь? А, как приятно иногда снять шлем. То есть нам сейчас намекает то, что наш рыцарь... На самом деле рыба? Лол. Что общего у Моны с учебником математики? Их не так-то просто понять. Почему ты грустишь, зараза? Почему призрачный рыцарь опоздал на свидание? Не мог увидеть свое отражение в зеркале. Зачем король рыцарь ходит к дантисту? Нужна была новая корона.
Почему те крысы с часовой башней плохие питомцы? Они вечно вылетают в форточку. А что ему должно понравиться? Почему говорят темный векам? Потому что от рыцарей уже в глазах темно. Почему полярный волк... А, все это было. Мой знакомый как-то нанялся в фитобар. Говорит, из него там все соки выжили. Как себя чувствует Бас, когда его не приняли в Орден без пощады? Базобразным. Новый ученик часто спрашивает меня, можно ли мне взять меч вместо лопаты. А я отвечаю, только попробую урою. На днях пошел я забирать латные рукавицы. А кузнец мне говорит, куй железо, пока горячо, заходи, когда остынет. Леди Лань, мамочки, прошу прощения, но сейчас мне некогда разговаривать. Слыхал, как инженерный рыцарь ходит на свидание? Его дома быстро свинтило. Где тут офис? Есть охота. Слыхал про мое снаряжение с полярным рыцарем? Он такой отморозок. Иначе будет ледяные территории опасные. Ты видел портрет короля Рыплок, который я нарисовал? Не люблю хвастаться, но картина так и брычит красками. Юмор, юмор, юмор. Что подать на завтрак на державе? А, улетный все это было. Так, как я понимаю, мне нужно что-то, чтобы спуститься вверх. Мэри Сланстен. О, король-рыцарь. Он такой величаевый. Какое тонкое чувство стиля. Но если честно, я бы охватила... стала твоей королевой. Моей королевой? Летучий рыцарь. Вот уж кто умеет обращаться с поклонниками. Но тебя я считаю намного улетней, лопатный рыцарь. Инженерный рыцарь такой потрясающий, я бы с радостью побеседовала с ним о литературе. А еще лучше почитала любимые стихи с тобой. Чумной рыцарь такой милашка. Мне так нравится его маска. Это птичка. Или комар. А тебе я бы не стала прятаться под маской, лопатный рыцарь. Типа это наша фанатка. Подземный рыцарь, но ничего, вот только вечно такой чумазый. Кстати, я бы и тебе с радостью потерла спинку. Лучный рыцарь, да уж, он точно сможет обеспечить семью. Но за тобой я готова нырять куда угодно, лопатный рыцарь. Я просто до смерти обожаю призрачного рыцаря. Ты его видел? Он такой красавчик. Хотя с тобой не сравнится. Я не встречала полярного рыцаря, но думаю, он сильный и молчаливый. Так круто. Но лучше бы ты согрел меня, мой синенький. Черный рыцарь? Такой загадочный, я бы заглянула ему в шлем. Но охотнее я бы заглянула под твой доспех. Инженерный рыцарь такой потрясающий, я бы с радостью побеседовала с ним. Так, это уже было все. Ну погнали тогда сюда. В смысле, у нас больше прохода никуда нету? Долим. О, как очаровательный берет. Как жаль, что он у меня по карману. Не хватает какой-то жалкой 1000 золотых. Ох, какая красота. Жить без него не могу.
Лео, я покупаю только лучшее, и на последней покупке, к сожалению, мне не хватило всего лишь 1000. Не хватает на суду? Уверяю, сэр, я верну долг сполна. Сэр Павлин. Это сэр Павлин? Я баснословно богат и могу запросто купить всю лавку, но я забыл дома бумажник. Благородный рыцарь, вы ведь можете должить мне жалкие 1000 золотых? Уверен, с вами тоже случится подобное, дружище. Вы тоже забыли бумажник? Шляпник. Ах, шляпы, моя страсть. Ничто так не радует, как шуршание мастерски строенных полей. Подожди. А теперь вопрос на засыпку. А что мне делать? А, то есть, то по факту были обманщики. Но зато я их нашел. Там еще наверху этот проход есть. Так, начнем с оружия. Оружейник. Эта летучая наковальня, нужно улучшить броню. И если нужно что-нибудь выковать, обращайся. Крепкий доспех. Ваша первоначальная броня простенька, но надежна. Последний страж. При поражении вы будете терять в 2 раза меньше золота. Покров чародея. Пожертвуйте защитой в пользу запаса магии и вытягивайте магию из поврежденных врагов. Доспехи энергии. Сделайте 2 прыжка на лопате подряд, чтобы сделать заряженный удар. Тяжелые доспехи врагам будут нелегко сдвинуть вас с места, но и остановить может быть непросто. А, типа я буду бежать из-за быстрого рациона. Узорочная броня. Стильная. Не стесняя движений. Защиты 0. Короче, охерительно выглядит, но херня. Ну блин, слушайте, здесь по сути полезно, чтобы мне враги не скидывали. Это вот это, но я тогда не смогу резко останавливаться. Либо доспех энергии. 2 прыжка на лопате сделать, но... А, подряд. А вот подряд это уже нелегко. Но это, вот это, мне кажется, самый лучший вариант. Кузнец лопат. Неплохой лопатный клинок, юноша, но я могу его улучшить и раскрыть его истинную силу. Заряженная рукоять. Удержите атаку, чтобы совершить мощный заряженный удар. Окопный клинок. Позволяет выкопать целую яму одним движением. Зимняя искра. Ударьте при полном запасе здоровья, чтобы пустить искру по земле. Так, я не знаю, полезно ли это. Но вот это мне то... Ну блин. Ну, в принципе, слушайте, как вариант. У него я куплю, наверное, вот эту потом броню, чтобы терять 2 раза меньше золота. Здесь я, понятное дело, буду все скупать. А, прикольно. Йоплер. Рок — чудесный музыкальный инструмент, но по-настоящему он оживает только в дуэте. Мне нужно где-то рок, да, найти. Любитель дружелюбий. Невероятно, сэр. Не видал столь декандентского воздушного судна. С тех пор, как продал свое ха-ха. Невероятно, сэр. Любитель дружелюбий. Ясно.
Блин, сверху еще есть проход куда-то. Блин, я не знаю, ну типа, я могу им потом отдать по косарю. Это у меня будет минус улучшением. О, стоп. У меня сейчас в голове как раз синело. Бас. Грррр, не могу поверить. Что-то не так, друг? Ты сбился с пути? Я купил лучшее снаряжение, шикарный доспех, крепкую... пардон? Тебе нужна помощь? Эти заносчивые клоуны из Ордена без пощады понятия не имеют, что упускают. Эй, а ты похож на рыцаря. Лопатный рыцарь, к вашим услугам. Но я не состою в... Говорят, если победить какого-нибудь рыцаря, получишь его титул. Это так? Пожалуйста, давайте без глупостей. Я не хочу. Великий рыцарь Бас. Отмена звучит. Уж теперь им придется принять меня. Вперед, погнали! Офигеть! Вот зараза. Нифига себе. Фух, ну здесь было одно из двух, либо он, либо я. Но мне повезло. И выиграл я. Невероятно, мои лучшие приемы тебе ни по чем. Ты хорошо сражался. Умей принимать поражение как истинный рыцарь, и ты всегда сохранишь честь. Теперь меня ни за что не возьмут в орден. Никогда. Ну слушайте, зато мне кажется, когда я буду драться, вот бить, да, я же буду тяжелый, по идее, меня не будет отталкивать. С одной стороны. Так, а эта гарпия, я смотрю, все передвигается и передвигается. Ладно, дадим так уж и быть. Ура! То, что надо. Спасибо тебе, герой. Спасибо. Не верится, что это сработало. В смысле, то, что это сработало? Нас только что обдурили? Ладно, пойдемте сразу на следующего босса. А, мне перекрыли проход. Райзим. На север от Славнотопии. На развилке на запад. Караул, кажется, я уже не... ее прошел. Приветствую, странник. Ой, может, ты мне поможешь? Кажется, я заплутал. Я хотел... Погоди-ка, минуту. Ты же рыцарь с лопатой. Верно, я тот самый рыцарь с лопатой, который... терроризирую деревню. Я уверяю, я ничего такого не...
Хочешь своей лопатой закопать невинных? Твой террор закончится немедленно. Почему? Я понял. Ё-моё. За мной два убийцы вышли. Давай же, злодей, нанеси удар. Я не злодей, мы сражаемся с общим врагом. Что, правда? Что ж ты сразу не сказал? Теперь я чувствую себя идиотом. Не беспокойся, друг. Сила рыцарей в единстве. Да, кодекс рыцаря первый обед. Всегда помогать попавшим в беду. Затаим, лопатный рыцарь. Ебо. Стой, я музыку не получил из того здоровяка, получается. Ух ты ж, ё-моё. Так, ладно, я дадим последнему деньги. Эксельсиор. Что ж, покупки сделаны, и я раскаиваюсь. Классная шляпа. А, мои драгоценные шляпы, какой чудесный шлем, прелестный и роскошный. Хочу спросить о вашей любопытной коллекции, сэр. Я исколесил всю страну, искал, изучал, учил, собирал. Любые размеры, любые формы, шляпы. Каждая надетая шляпа дарует мне новую силу. И твоей головы убор кажется весьма могущественной. Звучит заманчиво, но весьма привязан к своему шлему. Да-да, насчет этого. Хе-хе. Да ладно, это еще один босс. Вот и все. Надевался своих шляп. О, так я окупился. Довольно. Не знаю, что на меня нашло. Меня захлестнула жажда шляп. Жажда твоей прекрасной шляпы. Это шлем. Разумеется, я в курсе. Носи на здоровье пока что. Что ж, пожалуй, мне пора. Ну смотрите, у нас было три босса с вами, нихера себе. И что он там забыл наверху? О, у меня 6000. Так, а что мне мешает за три... Ладно, куплю этот. Надо, короче, будет сейчас купить за 3000. Накопить, купить. А, пойду к тому сразу, поговорю с ним, что он хочет. Вот представьте, а так бы я мог еще и умереть. Вот
город, да? Кажется, город, типа, врагов вообще не должно быть. А там целый босс в городе. Так, а что в деревне? Ну, я сейчас схожу в деревню и... А, музыку подаю, точняк. Так, недавно производились исследования, чтение карт заметно упрощается, если на фоне звучит музыка. Теперь у меня есть нотные листья, и я могу в любое время... Так, что на снова? Отвага в огне. Твои испытания не окончились, но пока что вы с лопатой можете отдыхать. Бьемся изо всех сил. Скачем руку навстречу враги трепещите. Наши мощные кони, бегите, бегите. Приключения Джо тут. Путешествую по стране с решимостью и с приподнятым настроением. 1000 лие под водой. Глубоко на дне морское богатство ожидают смелых и бездумных. Безумных. Охотник за головами. Алчный рыцарь, конечно, безумен, но делиться он точно не станет. Ну блин, нужно будет тогда сразу ожидать, чтобы ударить. Так, у меня еще 3,5. Значит, я сейчас пойду, куплю себе сразу же доспех. Так, хорошо. Так, и у нас остается 1500 еще. Пипец, тихо. Блин, ну я все равно потерял слишком много. А назад уже не вернуться. Так, налево или направо? Давайте налево пойдем. А, это выход был. Так, у нас... 4000. Так, у нас осталось 2000. На что, ну, в принципе, ни на что да я не мог потратить. Эх, ни за что не пробить. Вот бы промчаться сквозь всю эту грязь.
А, подожди. А я там умру. Да. Я умру, почему это говорю? Потому что я, во-первых, не могу ходить по лаве, я могу только по шипам ходить. И это безумие. Мне нужен полет. Ладно, давайте, я думаю, тогда на этом мы с вами закончим, потому что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.